Доброго всем дня! Сегодня у меня день посева тунберги. Обожаю этот цветочек. Влюбилась вообще с первого взгляда в него. Этот цветок я высаживала на балконе. В грунт я его не сеяла. В то время, когда у меня не было земли, я его сеяла только на балкон, чтобы закрыть стену, как вьющиеся растения. Конечно же, закрыть стену мне не удалось, потому что у нее очень нежные вот эти вот цветочки, листики небольшие. Но то цветение, которое я увидела, я просто в него влюбилась и хочу в этом году провести эксперимент, немножечко по-другому посеять ее. Тунбергию еще называют испанская красавица, наверное, так оно и есть. Но, к сожалению, я не нашла однотонной оранжевой. Мне этот оттенок больше нравится, а вот нашла я такую смесь. Что я нашла интересного о тунбергии? Это лиана. Я ее выращивала также через рассаду, посеяла в небольшие плошки, а потом перенесла в вазон. Поскольку у тунберги, как у лианы, всходы очень сразу длинные, высокие, то, конечно же, и емкость должна быть не мелкая, а достаточно для того, чтобы корневая система немножечко там успела развиться. Семена у тунбергии достаточно крупные. В рекомендациях по посеву семян тунберги рекомендуют сеять поверхностно на уплотненный и влажный грунт. То, что я и делаю. Вот такие вот семена. Здесь семян совсем чуть-чуть. Еще одно не выпало. Раз, два, три, четыре, пять, десять штучек. Я их все посею, поскольку я не знаю, какие вообще оттенки здесь преобладают в этом пакетике. Все и посею. Пока буду сеять, расскажу, что я интересного о тунбергии узнала. Я ее сеяла как лиана в один стебель. Посеяла я и высадила на балконе. Место было притененное, где она росла, но она хорошо развивалась и цвела. Цветочков было немного, но они настолько красивые, что я хочу ее просто и сейчас посадить в грунт. Тунбергию можно прищипывать в рассадном состоянии. Она тогда кустится и получается, наверное, вообще просто шик. Поэтому я хочу попробовать вот это, то, что взойдет у меня. Это все потом пикируется. Также в состоянии 2-3 листиков, что здесь пишется интересно. Да, 2 настоящих листиков пикируют рассаду. Ну, в грунт уже высевают, когда уже тепло нашло. Потом я покажу, как я ее буду пикировать, пересаживать. И покажу, как я прищипываю, что у меня получается. Сейчас будем ждать всходов. Дальше надо еще раз сверху увлажнить семена. И укроем ее, естественно. И пусть она у нас стоит в комнате и прорастает с остальными цветами, которые мы тоже посеяли. И ждем, всходов. Поставлю просто в файл его. Если вы еще не сеяли тунбергию, посейте. Я думаю, что вы тоже, как и я, влюбитесь в нее, потому что невозможно в такую красоту не влюбиться. Еще небольшое дополнение. Тунбергию можно, после того, как наступают холода на улице, ее можно перенести в дом. И она будет еще цвести, как комнатный цветочек. То есть, если кому-то очень интересно проэкспериментировать и посмотреть, как она цветет, то, пожалуйста, сейте. На этом всем желаю удачных посевов и красивых цветников. Всем пока!